Всем привет! Я хочу показать сейчас наши покупочки, что мы купили. Вот у нас вечер, мы сейчас гуляли и сейчас поставили варить сердечки там. Там сердечки, почечки, там такое, потроха, короче. Вот, мы купили вчера в Walmart'е. Мы ходили, гуляли, мы так через 2-3 дня ходим, гуляем. И, в общем, хочу показать, что мы вот купили. Вчера ходили, в Рост заходили, в Walmart тут. Вот, хочу показать, что мы купили. Мы купили там некоторые вещички, корзинку себе такую пластмассовую, потому что у нас плита, и возле плиты у меня сладости лежат всякие. И там какой-то бардак вечный. Давно хочу, я придумала, как можно как минимально, как сказать, хранить вещи так, чтобы это было удобно и дешево. Пока мы тут не обзаводимся какими-то шкафами, полками и все такое, там мы не этот хлам не покупаем, как вы видите, а просто покупаем какие-то мелочи для жизни, что-то нужное. Вот, и покажу. И мы купили вот эту вот корзиночку пластмассовую под вот эти конфеты всякие возле плиты. Хотя бы половина, не все не уместится. Но когда вот распечатаешь вафельки какие-то, печеньки, то вот оно там будет как бы лежать потом. Вот они. Тут вот такая серая коробочка, вот она. Вот такого размера только. Ничего кое-что купили, вот сейчас покажу. Я же, в принципе, рассказала, для чего эта коробка. Для сладости или там еще что-то. Возле плиты положить. А, вот расческа, уже поняли, да? Вот расческа мама купила. Что-то ей там нужно, я не знаю, для чего. Надо прическу делать как-то, накручивать. Расчесывать, не знаю. И вот такую вот мы купили деревянную тарелочку такую. Скорее всего, это под рис или какой-то салат. Видите, она вот плоская. Какой-то рис, салатик, там капустку положить, да? Капусту положить или там с грибами что-то. Может быть, кислые салатики какие-нибудь или квашеное что-то вот подойдет сюда. Корейская, наверное, посуда корейская. У меня вот такие коричневые ногти, я накрасила, в этот раз ходила. Шубе коричневые, пушистые, мохнатые, и коричневых этих штанах. Вот, и вот это получается. Это чеки. Сейчас еще покажу кое-что. Мы еще не мыли это все. Мыть надо будет. Тут у меня вот что стоит. Ну, очень нужные вещи, ну я, конечно, шучу. Вот, и мы купили духи. Это мы покупали раньше, я покажу вам. Еще эти покажу вам. Я вам покажу, что мы еще ранее купили. Ну, видели, я брызгалась, да? Кто смотрит мои видео, видел. Я пшикаюсь. Это туалетная вода, наверное, она, как сказать, дешевая. Она несерьезная, так сказать, туалетная вода. Я в них не разбираюсь, если честно. Вот, а это духи, это, как сказать, основаны на масле, нормальные духи, вот, которые долго держатся, не выветриваются через 5 минут. Вот, а это мы купили еще прошлые разы, просто еще не показала, по-моему, я не делала видео. Мы просто взяли вслепую, мы увидели, что несколько флаконов, они небольшие, и с собой удобно брать, такие надо покупать маленькие. Вот, это с уценкой, если кто-то подумает, что это дорого, это с уценкой. Это недорого всего, вот это я не помню, сколько стоит, может 15, может сколько, я не скажу цену. Вот, но это недорого все. И эта фирма вот какая-то 360, не знаю, что это, не знаю, woman, for woman. Вот, хорошие запахи, вот кроме вот этого. Он какой-то реально пахнет укропом. Ну, может быть, мы его как-то и с расходом, не знаю, или подарим кому-то, кому понравится этот запах, не знаю. В общем, и вот эти вот все оказались очень хорошим, даже вот этот красный. Хотя очень такой, как сказать, резкий, да, какой-то странный цвет, красным, должен быть вонючим быть или каким-то. Он пахнет очень хорошо, такой, какой-то апельсинкой, цедрой, что-то такое вкусненькое очень. Это как сказать, какой цвет, такой запах, такой, не сирень, конечно, но какой тут цветочный запах хороший.
И вот этот сладенький такой нормальный, свежесладкий, очень хорошие запахи. Вот тут это странный. Дальше идем. Вот вчера мы купили. Этот вот предыдущий, это уже где-то месяц больше, наверное, может полтора. Мы вот вчера купили, и вот этот тоже вчера купили. Вот эти смотрятся очень стильно и богато. Вот это, как, я не знаю, кто понял, если кто-то понимает в американских фирмах. Вот эти, это фирмы Guess. Это Guess, а это Calvin Klein. Вот, у нас не было еще таких духов. У нас вот эта водичка туалетная и дешевая за $10 с оценкой. Они подороже наверняка те были. И они такие простые пузыречки, элементарные. Примитивный аромат, то есть и так, примитивное все. Вот это вот, я скажу, тоже слабенько так. Но оно на масле, это все серьезное. Фирма, может быть, и не примитивная. Я не знаю такого, просто вот это вот, без понятия. Что это тут? Не знаю. А вот это уже любят русские, вот эту фирму. Calvin Klein. Кесовские тоже любят. И мы так покрутили, хотели, ну, в принципе, пройти мимо, но... Ну, как-то мы задумались что-нибудь купить. Короче, я уговорила, наверное, не помню. В общем, мы решили прикупить, не проходить мимо, прикупить что-нибудь себе. Как видите, я не знаю, это просто собрали, они по отдельности раньше продавались, или просто собрали, или так и было задумано вместе все это. А тут и без понятия. Ну ладно. В общем, мы решили прикупить и не проходить мимо. И видите, они какие-то разные, как набор, наверное, такой. И единственное, что мы дома потом обнаружили, вот этот нам не совсем понравился. Вот, а не знаю, может потом притрется, нормально будет. Вот, очень хорошие такие легкие запахи. Вот эти как бы очень так богато смотрятся, запах такой. Вот этот такой вроде бы не резкий, но он свежий. И вроде и резкий, вроде свежий, не знаю, нормальный такой, видите. Он прям реально фляга так сделан. Вот это вот откручивается, и там больше ничего нету. Пшиколки нету. Фляжка такая. А эти все пшикаются. И вот он, колпачок вот такой. Очень такие хорошие, легкие ароматы. Так вот этот сильно такой густой аромат. И вот этот резкий, а вот этот вот свеженький, и вот этот. И хорошие. Мы вот эту... Вчера мы попросили охранников, ну там видели, да, что стоят охранники. Ой, ну да, сторожилы, так сказать, охранники. Они говорят, да, можно, говорит, которые нельзя, они... Целлофановые кулечки запакованные, прозрачные, их нельзя проверить. Там стоят прям и закрытые, их нельзя понюхать. А эти, они стояли уже, их просто отдвигаешь, вот эту пластмассовую картонку эту, и все, и нюхаешь. А мы не знали, мы вот этот слепую взяли. Ну, в принципе, там, видите, просто получается, один какой-то не подходит по запаху нам. Вот, и, в общем, очень хороший. Мы остались, в принципе, довольны. И цену надо сказать. А цена, я не знаю. Вот я знаю, что одна вот эта коробочка была 15 где-то, что ли, или 12, а другая наш $30. В общем, сейчас дальше гляну. И я не помню, какая из них это была. То ли вот эти ЕС 30 стоили. Нету ценника, вон там написано в ценнике. Смотрите, очень классные, да, красивые. Это Guess, это тоже фирма, вот такая, а вот цена есть. Вот, они вот, кстати, $12. Значит, это Calvin Klein стоили $30. Ну, это фирма, это любят многие эту фирму, это как бы фирма хорошая. И, как сказать, дорогостоящая, не дешево, по крайней мере. Хотя есть и дороже фирмы, Bibi, например, она дороже, чем Calvin Klein. Вот, а Guess, не знаю, дешевая, наверное, не сильно дорогая. Кто знает. Я не знаю про цены. И вот у нас тут есть очки. Гессовские, стеклянные. Вот у нас очки гессовские. Белые у меня, по-моему, тоже за Гесс. Наверняка вы вспомните. Вот, и сейчас я попробую достать их. И вот такие духи. Вот эти духи. Вот духи. Это тоже, это, конечно, не ерунда какая-то. Вот. Вот этот. Вот духи, короче... А, вот эти запах, вот этот запах, не сладкий, но прозрачный, легкий такой прям. И мама говорит, я нюхаю, ну и я нюхаю. Его еле слышно прям реально. Может быть, сильнее пшикнуть надо, не знаю, попробую пшикнуть и понюхать еще раз.
очень слабенький, как раз для мамы будет. Вот, мы их тоже там проверили, понюхали. Вот такой, он, короче, знаете, какой? Как вот мужчины нюхают, брызгают, да, такие грубые, или женщины. Грубые духи такие вот, с запахом грубый такой. Вот, вот этот запах такой, но не сильный, не ядовитый, понимаете? Ну, есть такие мужчин, запах прям, ну, такой прям шлейф, прям там падают все мухи, и женщины все падают, в общем, все вокруг попадают от такого запаха, вот. Это очень резкие запахи, а это чуть-чуть так, пшикнуть один раз. И у меня характер, так сказать, такой вот, ну, очень, ну, как, подходит это. Мне по характеру, как бы, я не капризная, сильно, как бы, сладкие мне только давай. Нет, я могу, как бы, такой. Ну, правда, я вчера прибрызгнула, мне мы сильно 2 или 3 раза. Он так вонял, что просто мухи дохли рядом. А надо просто один разок шикнуть, и нормально. Вот, и, как бы, ну, как бы, может быть, и, как бы, резкий, но я не сильно жалею, что, как бы, зря взяли. Я попшикаюсь, как бы, с радостью. Один в жизни один раз такой тоже можно купить. Мне, как бы, по характеру нормально, как бы, подходит он. Вот такие дела, вот такой аромат, не знаю, объяснила, нет. Как бы я могу себе позволить и порезче, как бы, запах и аромат, и послабее могу побрызгать. Вот, как бы, я не сильно, вот мама, как бы, не сильно, она не более мягкие будет брызгать. Вот, хотя вот она, мы купили туалетную воду вот с таким вот резким запахом. Я думала, она мне будет, а она ее себе примыла и брызгает, будет нравиться, и все. Хотя запах довольно грубый. В общем, я не ожидала от нее такого. Она всегда мягкотелая, как бы, да, и характер такой, в смысле, в хорошем смысле. И получается, у нее такой вот легкий, она любит запахи. Может, у меня характер чуть-чуть потяжелее, но, так сказать, вот, я могу такой запах себе. Хотя, может, в чем-то не совсем нравится, но я не капризная, как бы. Такое взяли, ну и все. Вот это получается $10-$12 дешевый. Попробую еще, тоже, честно говоря, забыла, какой он там. Чуть-чуть так пахнет, но как бы надо пшикнуть, он как-то мало. Ну, грубый такой запах, но мне нормально. Ну, непривычно, конечно, я, может быть, так никогда бы не сказала, что я буду такой прыгать. Ну, что-то захотели, купили, тем более он $10 реально стоит. Вот, и я говорю, один раз в жизни можно и такое. Буду иногда просто пользоваться. Не хочет открываться. Попробуем эти. Келен Клян. Попробуем. Ну, такой вот, как объяснить, духи обычные. Ну, простой запах такой. Хороший простой запах. Вот видно легкий запах. У меня и не нос забит и заложен, я не знаю, мне плохо слышно. А вот этот что, резкий-то?